22 июня, в День памяти и скорби, в галерее боевой славы открыли новый зал «Памяти павших будем достойны». Стволы танков Т-34, турельная установка, станковые пулеметы, снаряды и бомбы, офицерская кокарда, железный ящик для снарядов, штык-нож. Более 1000 экспонатов на безвозмездной основе передали Магадану калужские поисковики в прошлом году. Теперь Магаданская галерея боевой славы – обладатель самой крупной коллекции артефактов времен Великой Отечественной войны среди подобных музеев за Уралом. Все это и как оружие, так и предметы солдатского быта, все это двух сторон, двух противоборствующих сторон. И глядя на эту экспозицию, понимаешь, с какой страшной, невероятной мощью навалилась на нас фашистская Германия. Кроме немецкого вооружения, здесь ведь есть еще и венгерские, и румынские присутствуют объекты, которые идентифицированы, и ты понимаешь, как многим странам, как приходилось противостоять защитникам нашей Родины. Запись на экскурсии в новый зал галереи боевой славы планируют открыть в ближайшее время. Посещать выставку смогут до 15-17 человек, что, по словам специалистов, поможет держать социальную дистанцию. Перевести выставку в онлайн-формат хотят, но позже. Приоритетом является очное присутствие посетителей, потому что, говорят эксперты, эту экспозицию нужно видеть вживую, чтобы прочувствовать весь ужас войны.